Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про ростовые макеты в виде сладостей. Вы их можете использовать в рекламных целях, как декорации, либо для оформления фотозон. А теперь давайте рассмотрим все наши новинки по порядку. Начнем с леденцов, потому что мы их усовершенствовали. И дело не только в покраске. Если вам необходимо приобрести леденец для рекламных целей, то мы добавили такой элемент, как рекламный баннер. Туда возможно разместить название компании, магазина, информацию о промо-акциях, о каких-то новинках. В общем, любую информацию. Рекламная фигура стала функциональной. Она выполняет не только рекламную функцию, но и информационную благодаря дополнительному баннеру. Леденцы у нас выполнены в различных размерах, различная покраска, цветовая гамма может быть подобрана даже с учетом ваших корпоративных цветов. Все зависит только от пожеланий. Также есть различные варианты опоры так называемого стопера. Это может быть статичная опора в виде металлического каркаса. Плюс есть дополнительная функция. Мы устанавливаем на каркас колесики, что делает рекламную фигуру передвижной. Металлическая основа также может быть покрашена в различные цвета в сочетании с самой фигурой и может быть выполнена в виде художественной ковки, что делает рекламный стопер более волшебным, невесомым и вкусным. Помимо леденцов, в нашей коллекции на сайте студии Реклам.ру вы можете найти фигуры чупа-чупсов и карамелек. Они обладают такими же характеристиками, что и леденцы на палочке. Выполнены в различных цветах и различных размеров. На поверхность рекламной фигуры в виде чупа-чупса мы можем по вашим заказам нанести логотип компании, название бренда, информацию об акции, в общем, любую информацию, которую вы хотите прорекламировать. На нашем сайте студии Реклам.ру появилось большое количество новинок. Все характеристики и подробности вы можете найти в аналогичных категориях. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube. Там мы рассказываем о последних новинках, даем советы и помогаем составлять из нашего огромного ассортимента фигур коллекции, которые вам подойдут. Thank you.